Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. В этом видео мы с вами посмотрим новую весеннюю коллекцию бижутерии от компании Oriflame. Уже можно будет приобретать эту продукцию в третьем каталоге. И я начну с того комплекта, который уже на мне. Такой оригинальный ошейник. Кстати, когда я смотрела каталог, мне показался он такой массивный, громоздкий. Я даже на него не обратила внимания. Серьги просто невесомые. При этом они так стильно смотрятся. И я думаю, что они подойдут и под блузу, и на платье. Даже с каким-то джемпером, с водолазкой. На самом деле, очень оригинальный комплект. И я в нем так и останусь. А следующий комплект с кварцем. Их два таких комплекта. У нас есть браслет. Такой прикольненький браслетик и подвеска, ожерелье. Сейчас я вам покажу, как этим пользоваться. Ожерелье очень оригинальное, на длинной цепочке, кольцо, и здесь у нас камешек. Мы просто перекидываем так через шею, и камешек у нас ныряет в это колечко, и мы можем фиксировать, как нам удобно. Наверное, я все-таки сниму ожерелье, чтобы оно у нас не отвлекало внимание от другой коллекции. Так, смотрите, можно поднять чуть выше, сделать короче ошейничек и более длинную подвеску. Либо наоборот, сделать совсем вот так вот. Ой, так слишком расцепляется. Аккуратненько. Вот. Очень красиво, нежненько. Браслетик такой на вид небольшой. Сейчас посмотрим, как он будет крепиться на мою небольшую такую руку. Так, самой, конечно, самостоятельно справляться не очень удобно. Я попробую. О, я смогла. Да, у меня рука, конечно, тонковатая для браслетов, и мне очень редко подходит браслет, и он буквально с меня, я его практически даже так могу снять, поэтому не вариант. Ну, пусть будет болтыхаться. Но зато мне очень понравилась коллекция с кварцем, с розовым кварцем, который буквально просто как натуральный. Скорее всего, это и есть натуральный, без огранки, камешек. Необыкновенное кольцо. Его можно регулировать. То есть, если пальчик побольше, чуть раздвигаем и одеваем на руку. Вот этот комплект мне очень нравится. И такие же два гвоздика. Абсолютно разные камешки. И какой попадется нам, мы заранее не знаем. То есть такие вот нежные, полупрозрачные, с легким тонким таким цветом поблескивают камешки. Вот этот комплект мне прям запал сразу с первого взгляда. Сегодня колец у нас больше нету, поэтому останусь и в кольце. Следующий комплект. Серьги с такими, с бахромой. Серьги с бахромой прикольно выглядят. Кстати, так весело. Все-таки сниму сережку одну. Заодно расскажу про этот комплект, который на мне. Я вам все не рассказала. Это гвоздики. И смотрите, вот эти два кольца, серебристые и черные, они съемные. То есть мы можем носить просто один гвоздик вот такой колечком, и все. Или можем одеть всю вот эту красоту и застегнуть гвоздик. Вот и все. Серьги-трансформеры. Кстати, сейчас я заметила, часто делают такие серьги. Это действительно удобно, когда образы разные, соответственно, хочется разную бижутерию носить. И так прикладываю серьгу. Одевать не буду, так прикладываю. Замечательно смотрится. Настолько неординарно. И в этом присутствуется, чувствуется, как будто изделие ручной работы. Мне в последнее время очень нравятся такие вещи, которые приближены к натуральному, как вот этот камень, что минимум обработки. И все так здорово смотрится, уютно, комфортно, красиво. Но вот эти сережечки даже потяжелее, но все же достаточно легкие. Так, а в этот же комплект с бахромой у нас входит браслет. Красивый браслетик, я прямо его рассматриваю с удовольствием, и он просто одевается на руку. Ну, конечно, он не велик, как обычно, я браслета не ношу, но очень хорош. Стильно смотрится, я бы такой браслет себе хотела, но не мой размер. Следующий комплект – это серьги на таких оригинальных длинных дугах. Такой
стекляшечка прозрачная, а внутри цветочки, то есть сушеные цветочки, залиты как смолой, да, это смола, скорее всего, это смола. Они, естественно, тоже все разные. Серьги будут вот так вот висеть на ухе и желательно закреплять специальной прозрачной такой закрепочкой, чтобы они случайно не слетели, потому что они совершенно невесомые. Это такой летний вариант, очень легенький. И это комплект серьги и ожерелье такой подвески на цепочке. Тут есть у нас регулируемая цепочка дополнительная. И можно делать чуть длиннее, чуть короче. Такой интересный летний девичий вариант. Ага, все сняла. Просто хочу какую длину. То есть это вот максимальная длина, как я сейчас держу. И можно делать так покороче. На ваш вкус, как вам нравится, как вам идет, как к наряду больше подходит. Так, этот комплект снимаю. И еще есть один комплектик. Тоже он состоит из ожерелья. Такая интересная ажурная цепь, матовое золото. И вот такая длинная подвеска с камешком. И что интересно, есть дополнительный карабинчик маленький. И мы можем вот эту длинную цепочку убрать, а камень перецепить на вот этот вот ошейник. Я сейчас покажу вам, как в длинном варианте смотрится. То есть вот так. Или мы можем снять совсем камешек, и он будет у нас прикреплен вот сюда. Очень прикольно. Вот это мне понравилось. И серьги-гвоздики. Такие вот камни тоже большие. Все матовое. Кстати, камни тоже матовые. Очень прям прикольно сделано такое, что прям рисунок пятнистый. Матовое золото. Мне понравилось. Прям классно. Вот это необычно очень. Но комплект, я скажу, не на каждый день. И он хорошо подойдет и под вечернюю одежду, и какую-то стильную одежду деловая тоже будет хорошо смотреться. Так, в этом остаюсь. Следующий комплект. Нет, не остаюсь. У нас еще есть один сюрприз. Хорошо, все легко снимается. Легко убирается. Вот это чудо. Такие золотые листики на ленточках. Можно носить на волосы, одевать вот так вот, завязывать назад. То есть такой какой-то русский народный стиль. А можно носить на шее. Завязочки тоже мы можем регулировать, делать подлиннее, покороче. Завязываем, делаем бантик и получаем вот такую вот нежную красоту. Мне кажется, это прямо очень будет пользоваться большим спросом такое украшение, потому что оно неординарное. И я люблю вещи, которые функциональные. То есть так можно носить, так, как угодно. Классная штучка. Так, а в этой чудесной, замечательной коробочке, она сделана со вкусом, очень модно, с такими фиолетовыми ленточками. Мы развязываем, и это чудо наполнено комплектами. Сейчас посчитаем. 7 комплектов гвоздиков. Вообще, мне кажется, на любой вкус. И что особенно здорово, то что верхний ряд у нас под серебро серьги, нижний ряд под золото, и есть один комплектик с жемчугом. То есть под любой наряд, на любую вообще фантазию, на настроение, любые гвоздики. Открываете эту чудесную шкатулочку, уже ничего придумывать не надо, все уже красиво упаковано, красиво хранится. И любой выбираете себе образ сережечки, и вы просто красотка. Конечно, это будет чудесным подарком на 8 марта. Мне очень понравилось. Так, и еще тоже подарочный вариант. Вот такие классные, шикарные украшения подготовила для нас компания. Поэтому, девочки, этой весной мы будем с вами еще краше, еще привлекательнее, потому что бижутерия, она дополняет образ и делает нас, подчеркивает наши
какие-то черты необыкновенные, подчеркивает красоту и дополняет образ. Поэтому я вам желаю классного 8 марта, чудесной весны, солнышка и отличного настроения. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Помните, если видео нравится, ставьте лайк. Пока-пока! GoPro, стоп видео!